Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре один из наиболее доступных мультиметров ЮНТ, модель UTM-130C. Итак, начнем с комплекта поставки. Сам мультиметр. Инструкция на русском и английском языках. Термопара К-типа. И измерительные щупы. Прибор компактен. Его можно отнести к сегменту карманных мультиметров. Корпус из прочного пластика. Помещен в резиновый ударопрочный кожух. Имеется подставка. Прибор можно подвесить. Интересно реализованы крепления для щупов. На передней панели размещен дисплей. Максимально отображаемое число 1999. Выбор переключения диапазона вручной. В центре ротора находится кнопка удержания данных. Здесь размещена площадка для размещения транзисторов, для проверки их параметров и разъемы для измерительных щупов. Прибор позволяет измерять постоянные переменные напряжения до 500 вольт, постоянный ток до 10 ампер, сопротивление, есть звуковая прозвонка, можно измерять температуру и параметры транзисторов. Измерим сетевое напряжение. Переведем ротор в соответствующее положение. Подключим измерительные щупы. Звуковая прозвонка. Проведем измерение температуры. Переведем ротор в соответствующее положение. Установим термопару. Температура воды около 70 градусов Цельсия. Измерим напряжение элемента питания. Переведем ротор на измерение постоянного напряжения до 2 вольт. Так, напряжение у нас приблизительно 1,3 вольта. Можно сделать вывод, что батарея разряжена. Мультиметр ЮНИТ UTM-130C – один из самых доступных мультиметров, обладающий набором необходимых базовых функций. Внесен в госреестр СИД Украины. Thank you.